Сегодня в выпуске о таких темах. Поставки электроэнергии в Крым будут продолжены, заявление министра энергетики Украины. Законопроект по упрощенному получению документов жителями оккупированных территорий нужно корректировать. Серийный поджигатель в Симферополе. За 2 недели сожжено 14 машин. Инициировать продление контракта о поставках электроэнергии с материковой Украины в оккупированный Крым намерен министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. Об этом он заявил в парламенте в пятницу 13 ноября. Таким образом, инициированная представителями Меджлиса крымско-татарского народа энергетическая блокада полуострова откладывается до тех пор, пока по этому вопросу не будет принято политическое решение. Министр утверждает, что решение о продолжении поставок электроэнергии в Крым принято Кабинетом министров Украины. Однако пообещал, что стоимость электроэнергии для полуострова в новом году увеличится. На данный момент, напомним, ее стоимость для крымчан на 20% ниже, чем для жителей материковой Украины. Условия контракта, подписанного в конце прошлого года, вызвали скандал в Украине. К тому же полуостров именовался в нем Крымским федеральным округом. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обещал провести расследование по данному факту и привлечь виновных к ответственности. Но этого так и не произошло. Согласно договору, украинская сторона поставляет на полуостров электричество, закупленное у России. Действие документа завершается в конце этого года. Законопроект об упрощенной процедуре получения украинских документов нужно корректировать. Об этом заявляют правозащитники и чиновники. Напомним, проект номер 3171 был разработан Минюстом Украины и принят в ноябре в первом чтении. Он должен дать возможность жителям Крыма и оккупированных регионов Донбасса получать по упрощенной процедуре документы гражданского состояния украинского образца. Но механизм, заложенный в документе, создаст людям немало проблем. Вот представьте сам саму логистику. Приехать, проехать эту границу – это тоже моральное какое-то воздействие. Кроме того, подать заявление в суд. Это нужно подождать. Потом на основании решения суда подать, соответственно, в РАЦ и так далее. И на практике это будет занимать даже не 3-2 дня, а возможно и больше. И поэтому человеку где-то надо будет жить. Человеку за счет чего-то нужно будет существовать и еще возвращаться. Согласно механизму, заложенного в законопроекте номер 3171, крымчане могут получить документы о гражданском состоянии украинского образца, обратившись в любой суд на материковой Украине. Он должен рассмотреть исковое заявление в течение 24 часов. Суд устанавливает факт, который имеет юридическое значение, принимая во внимание документы, выданные крымчанам оккупационными органами власти. И далее обязывает органы гражданского состояния выдать им документы украинского образца. Процедура проста, но только на бумаге, утверждают эксперты. Я не уверена, что суды, при всей повазе до судовой гілки влади, я не уверена, что за эти 24 часа эти справи действительно будут рассматриваться, потому что в суду могут возникать певні питання, які будуть потребувати, звичайно, з'ясування і додаткових доказів. Більш того, навіть якщо уявити, що особа буде брати це рішення суду протягом 24 годин, чи зможе вона з ним прийти до органів РАКСу і виконати його в цю саму добу, розумієте? Представители судов также выступают против порядка, предложенного в проекте. Они считают несправедливым перекладывание на плечи судей того, что не берутся делать другие органы власти Украины, а именно принимать документы, выданные на оккупированной территории, поскольку это прямо запрещено законом. Проблема виникнет в судах и относно принятия до уваги этих документов, которые выдаются, вы еще хотите, чтобы суды не выполняли вимоги закону, что суды тоже будут выполнять вимоги закону. Якщо уявити, що ми не будемо ці приймати документи, то суду необхідно взяти якісь інші докази мати, щоб встановити, що народилася дитина. Ви уявіть, чи відповідає цей закон тим ризикам, які він може нести. Эксперты, судьи и чиновники считают, документ нужно изменить до его вынесения на голосование парламента во втором чтении. Корректировки, в частности, должны предусматривать четкий перечень документов, которые суды должны рассматривать в качестве доказательств фактов гражданского состояния. То есть дать ответ на вопрос, могут ли суды принимать во внимание документы, выданные на оккупированной территории, если действующее законодательство не признает их. Также, по мнению общественников, должна оставаться возможность получения украинских документов и без судебного рассмотрения. Необхідно працювати над даним законопроектом для того, щоб він зміг надати максимально доступну процедуру таких осіб до встановлення фактів народження і смерті. Тому що якщо затягується процедура встановлення таких фактів життєво важливих, то інші послуги, інша допомога, підтримка нашої держави, вона також, можна сказати, відтягується. І така судова процедура на сьогоднішній день є перепоною.
возможности разработки доступной для крымчан процедуры получения документов украинского образца говорят цифры. За полтора года российской оккупации Крыма органами юстиции Херсона были внесены 1012 записей о гражданском состоянии крымчан. Согласно этой информации, за этот период было зафиксировано всего 623 факта рождения детей и 48 смертей. Вносились эти данные на основании документов, выданных оккупационными властями полуострова еще на украинских бланках и с украинскими печатями. Сколько же крымчан на самом деле нуждаются в получении украинских документов, станет понятно только, когда для них сделают легальную и простую процедуру. Череда поджогов машин в Симферополе. За последние две недели в городе было сожжено 14 машин. Очередной поджог произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Неизвестные сжигают оставленные во дворах автомобили по ночам, причем только в одном районе Симферополя, Киевском. Эта девушка живет в доме рядом с местом, где уничтожили одну из машин. Стояла иномарка, которой подожгли колеса. Вот мы видим то, что остатки следов даже дождем не смывается. Шины разлезлись, резина расплавилась, и вот остались протекторы, все эти от шин, то, что составляющие от шин. То есть машину забрали уже без резины, потому что она полностью сгорела. В некоторых случаях за ночь поджигали по 2-3 машины. Поджоги автомобилей вызвали резонанс в городе. Симферопольцы считают, что если нет гаража, обезопасить свою машину от поджога практически невозможно. Ну, допустим, могут купить там гараж, это самое. Просто их негде будет и поставить, эти гаражи. Ну, это все зависит от людей, я так думаю. Ну, я не думаю, что кто-то... Ну, из водителей там пришел, это молодые люди, наверное, может, даже по пьяни какой-то пришли, подожгли. Ну, а может, хотят, чтобы поставить эти машины на стоянку. Кажут, не получится безопасить, это 100%. Не все же машины держат в гаражах, поверьте, могут и гараж также поджечь. Не все же частные дома. Но вести порядок есть у нас органы. Специально для этого, когда должны заниматься этими делами. Полиция никаких официальных версий не оглашает. Издание «Крымские новости» со ссылкой на свои источники в МВД сообщает, что связи между политикой и поджигателями не прослеживается. Машины поджигают не из-за политических взглядов и предпочтений, а бессистемно. В полиции Симферополя были факты обращения граждан по фактам возгорания автомобилей. По всем данным фактам назначено проведение экспертиз, по результатам которым будет принято соответствующее процессуальное решение согласно действующему законодательству. Возбуждено 6 уголовных дел по факту поджогов. Собственники автомобилей страховых выплат не получат. Об этом сообщили эксперты. В ассоциации «Крым Автотехэкспертиза» заявляют, что страховка ОСАГО не покрывает такие случаи. А КАСКО только в том случае, если при подписании договора со страховой компанией по желанию автомобилиста был включен пункт «Страховка от сожжения».